Спортивная акробатика. Совсем недавно получила она официальное признание. Но какую популярность успела завоевать за такое короткое время? Советские мастера акробатики сильнейшие в мире. Именно они задавали тон и на международном турнире в Риге в памяти летчика-космонавта Владислава Волкова. Смешанная пара из Воронежа Татьяна Кривцова и Вячеслав Кузнецов – чемпионы мира этого года. Надежда Тищенко и Маргарита Кухаренко из Киева – чемпионки мира среди женских пар. Чемпионки СССР – рижское женское трио – Галина Удодова, Галина Корчемная и Татьяна Исаенко. Они стали победительницами турнира. Польский квартет Лешек Антонович, Войцех Швечек, Богдан Зайонц и Славомир Халада – чемпионы мира. Наша четверка, краснодарцы Леонид Песок, братья Матренко и Михаил Смирнов, завоевали первый приз на турнире в Риге. Прыжки – гвоздь программы соревнований акробатов. Уже выступления женщин порадовали сложностью элементов. Выступает Люба Цыганова, 17-летняя чемпионка мира из Ставрополя. Бекки Хэмблин из США всего 13 лет. Но она сумела занять второе место. А победила на турнире Людмила Лисовая из Донецка, блестяще выполнившая двойное сальто назад. Тройное сальто исполнили в Риге два наших прыгуна. Вадим Биндлер из Минска, чемпион мира. Оценка его прыжка 9,9 балла. Александр Расселин из Ставрополя. Он показал такой же результат 9,9, но в сумме оценок всех прыжков занял первое место. Акробатика – спорт смелых и ловких, уверенно прокладывает себе путь на Олимпийскую арену.